Конец последней октябрьской недели прошел в атмосфере советского прошлого. В городском доме культуры в третий раз состоялся конкурс «Петы в СССР». В этом году география участников расширилась, и он принял статус районного. В вокальном мастерстве соревновались представители 8 поселений. По традиции конкурс состоял из двух номинаций – ансамбли и солисты. Талант участников оценивала жюри в составе начальника отдела культуры Анны Середы, методиста отдела Галины Лаевой, преподавателя воскресной школы Ирины Абдуловой, заслуженного работника культуры Ольги Фаткулиной и директора магазина «Идея» Алексея Яковлева, который выступил спонсором конкурса. Для многих участников «Спета в СССР» стал любимым вокальным конкурсом в году. Арина Мустафина участвует в нем с большим удовольствием, потому что песни советской эпохи пробуждают в ней трепетные лирические чувства. На этот раз девушка исполнила песню из кинофильма «Жестокий романс». Потому что я очень люблю фильм «Жестокий романс». И мне очень нравится исполнение Валентины Пономаревой именно этой песни. Она очень нежная, чувственная. И мне бы хотелось донести то же самое до зрителя. Алена Дусубаева из карагайского поселения тоже выступает на конкурсе не впервые. Советские песни для нее – ностальгия по годам юности. Ну, это очень хорошо, потому что, как говорится, мы вспоминаем, когда поем эти песни, мы вспоминаем свою молодость, как говорится. И хотела бы вернуться в то время, когда это было всем доступно и все можно было. И, с одной стороны, мне кажется, это просто замечательно, что мы вспоминаем эти песни старые, которые любим петь, которые пели, которые бабушки наши пели, родители наши. Конкурс завершился со следующими итогами. В номинации «Солисты» первое место занял Булат Ташкангузов, который исполнил песню Вадима Казаченко «Больно». Булат также был удостоен приза зрительских симпатий. Второе место разделили верхнеуральцы Александр Булаенко и Геннадий Моисеев. Замкнули тройку победителей в номинации «Солисты» очаровательные Арина Мустафина и Ольга Соколова.
номинации «Ансамбль» победу одержала «Рябинушка», коллектив межозерного городского поселения. На втором месте вокальная группа «Вольный ветер», город Верхнеуральск. Третье место разделили два дуэта – «Хорошие девчата» из деревни Ложкино и «Сестры Ганина» из поселка Сурменевский. Гран-при конкурса завоевала вокальная группа «Конфетти», представительница Верхнеуральского детского сада «Березка». Коллективу предоставлено право на участие в областном конкурсе за счет отдела культуры.